День города Видное и Ленинского района традиционно начался с благодарственного молебна в храме Георгия Победоносца. Службу провел настоятель храма протоиерей Михаил Егоров. После окончания богослужения глава Ленинского района Валерий Венцель и почетные гости возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы. На Советском проезде развернулась выставка предприятий и организаций муниципалитета под названием «Симфония талантов и мастеров». Среди площадок спортивных учреждений, салонов красоты и заведений общественного питания был представлен и павильон Видновской дирекции киносети, где Валерию Венцелю было предложено поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Это в зависимости от того, какой все-таки мы вытащим. Прошу, 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 Алексей Петрович. Итак... Будет у тебя всегда в доме вкусная еда. У камня в честь основателей города состоялась торжественная часть, в рамках которой прошло награждение жителей, внесших свой вклад в развитие муниципалитета. По традиции в этот день было объявлено имя нового почетного гражданина Ленинского района. Им стала Валерия Петровна Буркина, заведующая отоларингологическим отделением Видновской районной клинической больницы. Сердечное спасибо вам за высокую оценку моего скромного труда и присвоение мне почетного звания. Особо я благодарна коллективу Видновской районной клинической больницы, моим коллегам, выдвинувшим меня на это почетное звание. Затем по Советской улице в праздничном шествии прошли учащиеся школ, творческие коллективы и спортивные клубы, которые стали настоящей визитной карточкой нашего города и района. В течение этого праздника в первую очередь вспоминаем нашу историю, наши традиции. Мы благодарим наших первостроителей, которые подарили нам этот замечательный город Видное, этот Ленинский муниципальный район. И, конечно же, в этот праздничный день мы всегда желаем друг другу здоровья, благополучия, процветания. Жители, а их собралось немало, искренне поздравляли друг друга и отмечали достойную организацию праздника. На высшем уровне супер, очень нравится. Все спокойно, все сделано для того, чтобы граждане отдыхали. Поздравляю с ним города, видно, вот такой город я очень люблю. Ни с Москвой ни с чем не поменяю. На сцене у кинотеатра «Искра» состоялось вручение призов победителям конкурса «Скрипичный ключ», который был организован нашим телеканалом. В свою очередь, мы удостоились награды от Центральной районной библиотеки за информационную поддержку проекта «Ключи от Родины». Праздник продолжался весь день, а завершился большим вечерним концертом с участием звезд российской эстрады и красочным салютом. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.